На псалом 80. Почему пророк поместил этот псалом между носящими надписание «Оточилиш»? В нем он не упоминает ни о точиле, ни о винограде, ни о каких начатках от плодов. Он говорит об Иосифе, который был образом и провозвестником Христа, который истоптал за нас точило страданий, как сам он возвестил об этом через пророка Исаию. «Один я истоптал точило». Исаия 63.3. Почему же страдание называется точилом? Потому что мы, напояясь текущую от них кровью, как бы сладким вином, приходим в радость. Возьмите псалом, радостно пойте Богу твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова. Хорошо пророк приглашает нас радоваться о Боге, как могущественном и искреннем помощнике, а не о человеке, потому что у людей нет постоянства ни в силе, ни в искренности, но и расположение их скоро приходящее, равно как и сила. Вместе с тем пророк повелевает нам и восклицать, как будто мы одержали уже с Божьей помощью победу. С помощью какого Бога? Бога, говорит Иакова. Он умалчивает об Аврааме, опускает Исаака и упоминает об одном только Иакове, как лице подходящем в данном случае. Упоминанием восклицания пророк обозначает или победу, или радостный символ. Эта победа дана нам через Христа, который попрал врага. Вот почему пророк справедливо указал на Бога Иакова, так как Иаков значит запинатель. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Тимпан – символ Ветхого Завета, потому что он издает глухой, невнятный звук. Также потому, что с тимпаном пела ликовала перед народом иудейским Мариам, сестра Моисея. А псалмопевец выражает Новый Завет, потому что поющие псалмы издают ясные и раздельные звуки, подобно тому, как произносится Евангелие. Так как пророк говорит к иудеям, научая их, чему они должны радоваться и о чем восклицать, и в каких отношениях быть с церковью из язычников, то ясно убеждает их взять новое и отдать им старое, так как от соединения происходит большая польза. Кто владеет истиной, тот делается еще более совершенным, принимая образ. А кто владеет образом, тот приобретает великое благо, принимая истину, ради которой он и получил образ. Потому пророк и говорил: «Псалтырь с гуслями», то есть новое со старым. Так и Соломон говорит в песне песней «Новое со старым», что «дала мне мать моя, брат мой, соблюл тебя». Песня песней 7.13. Почему же пророк уподобил заветы псалтири и гуслям? Потому что эти инструменты сходны друг с другом, различаясь по расположению струн. У первой они связаны наверху, у вторых – внизу. Точно так же сродны Ветхие и Новые Заветы. Оба имеют одну цель – благочестие. Но заповеди первого склоняются долу вследствие незначительности законодателя, а заповеди второго высоки и стремятся к горе по величию и высоте учеников Христовых. «Трубите в новомесяче трубою в определенное время, в день праздника нашего». Пророк ясно говорит, что тот, кто находился под законом, должен был трубить трубою в новомесячие, но не во все месяцы, почему Давид упомянул о дне благознаменитом, разумея первый день седьмого месяца. Этот именно день и есть благознаменитый, то есть намеченный законом, в который говорится о нем следующим образом. «Седьмой месяц, первый день месяца, да будет вам покой, память труб». Левита 23-24. Почему и теперь псалмопевец и говорит далее: «Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева», свидетельствуя, что он высказывает не новое что-нибудь, а следует древнему узаконению, хотя он упоминает о новомесячье в настоящем времени, но, несомненно, разумеет под ним время пришествия Спасителя. «Кто во Христе, — говорит Павел, — новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5.17. Трубой пророк называет евангельскую проповедь, а благо знаменитым днем — Господню Пасху.
в этот день по закону трубить не следовало. Следовательно, пророк подразумевает день, в который пострадал за нас Христос. Будучи предан в 14-й день во время Ветхозаветней Пасхи, Христос в следующий день, то есть 15-й, пострадал на кресте. Этот день пророк называет новомесячием и полнолунным, как начало и вместе исполнение времени, в которое совершилось наше спасение. В этот день он повелевает трубить, то есть благовествовать, и говорит, что это повеление Израилю, и не просто повеление, а судьба Богу и Яковлеву, потому что, восприяв от креста власть действовать, он утвердил евангельскую проповедь, почему и говорит апостолам, когда вознесен буду, всех привлеку к себе. Судьба, значит, повеление, устав. А что Богом Иакова пророк называет Христа, это ты можешь узнать и из дальнейшего. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. О каком Боге Иакова говорит пророк? О котором говорил он раньше. Как же он говорил? Сведение, когда взыскать вышел из земли египетской, говорит так потому, что Иосиф был образом Христа, по зависти к нему братьев, по продаже, по добровольному рабству, по поклонению ему звезд и по многим другим событиям, которые можно указать в его жизни. Пророк хотел показать, что Иосиф был свидетелем и памятником Христа, и что как его, так и Христа преследовали непрестанными кознями. Возвратившись по смерти Ирода, замышлявшего убить его из Египта, Христос скрывается в Галилее из-за страха перед Архилаем, который также после Ирода злоумышлял против него. 860. Он установил этого свидетельства для Иосифа, где он услышал звуки языка, которого не знал. Какого? Языка клеветников. Его Христос не знал не в том смысле, что последний ему был неизвестен, а в том, что он не слушал лжи, потому что ложь чужда Богу. Но став человеком, он по необходимости, однако, слышал клеветников, когда его судили. И в этом отношении Иосиф был прообразом Христа, потому что и он слышал, как жена египтянка говорила «ляжь со мною», но не знал слов говорившей, так как не согласился с нею. «Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин». «Не подставлял, — говорит, — спины своей греху». Бременем пророк называет бремя грехов, на тяжесть которых указывает и Давид, говоря, «как бремя тяжелое тяготели на мне». Но Иосиф воздержался только от прелюбодеяния, а Христос был совсем чужд греха. Руки его освободил от корзин. Христос был рабом в настоящей жизни, которая справедливо называется корзиной, потому что мы, собрав в ней как бы в корзине все доброе и злое, понесем ее на плечах, когда отойдем отсюда. Обрати внимание на точность пророчества и подивись, как говорит он про нового Иосифа, Христа, и отнял корзины из рук его, снял с рамен его тяжести, так как собственного греха он не имел. Тем не менее, руками своими он рабствовал в корзине настоящей жизни, так как он рабствовал, нося корзину наших грехов. Следует заметить, что в настоящем псалме пророк часто переходит от одного лица к другому. Сначала он обращает речь к каким-то победителям, торжествующим свою победу. Дальше переходит к Иосифу, образу Христа. Теперь, наконец, обращается, очевидно, к народу израильскому, говоря, «В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя. При водах Меривы испытал тебя». Где и когда? Когда Бог говорил Моисею, «Я увидел страдания народа моего, который в Египте, и вопль их услышал от приставников их. Я знаю скорби их, и сошел изъять их». Исход 3.7. «Услышал тебя в тайне, когда Бог сошел на гору Сина, и облако мрака покрыло гору». Такое облако и называется бурею. «Тогда и услышал их». Что же они говорили?
слова, которые сказал Бог, исполним и будем послушны. Исход 19.8. Вскоре, однако, они оказались лжецами пред Богом, что ясно видно из дальнейших слов. Здесь, во время путешествия, они хулили Бога и, забыв все знамения, которые получили прежде, говорили Моисею: «О, если бы умерли тогда и мы пред Господом!» Числа 23. И другие укоризны, свидетельствующие о строптивости иудеев. После этих стихов псалмопевец переменяет тон, делая это не напрасно, не без цели, а может быть для того, чтобы на несколько времени прервать пророчество, вернее же, потому что явно вводит лицо Христа. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль, о, если бы ты послушал меня!» Если вы желаете называться народом Божиим, то слушайте его заповедь, чтобы обладать этим великим достоинством. Впрочем, следует узнать, что именно он свидетельствует. «Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». Слова «если послушаете меня» Бог предпослал для того, чтобы показать, кто он, зная наперед их нечестие, не лишает их возможности обращения. Если они желали, то могли раскаяться. Предведение Божие не препятствует покаянию, потому что Бог знает наперед и то, что грешникам можно раскаяться, если они пожелают. Впрочем, пророк указывает на нечто новое и таинственное. Или точнее сказать, Бог через пророка. Что на самом деле Бог свидетельствует народу иудейскому? То, что если послушает его, кого его? Того, свидетелем о ком был Иосиф. Того, чьи руки потрудились в корзине. Тогда не будет у них нового Бога, и они не поклонятся Богу чужому. Действительно, Христос для них был не новый Бог и не чуждый. Он извел их из земли египетской. Он был изначало. Он будет и потом, как засвидетельствовал Бог через пророка Исаию, говоря: «Я есть Бог первый, и нет иного, кроме меня». Исаия 44:6. Спасителем же, без всякого сомнения, называется воплотившийся для нашего спасения рода человеческого. «Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». Почему указывается не на уши, не на сердце, а на уста? Потому что сошедшее с небес слово стало хлебом жизни. И если кто раскрыл уста, благоговейно принимает его, то исполняется богопознание. «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне». Они не в силах были слушать его учение и проповедь Евангелия, и не хотели обращать внимание на его чудеса. Они отягчили уши свои, чтобы не слушать заповедей Господа, сомкнули очи свои, как говорил Исаия 6.10, и чтобы не видеть знамений. Что же потерпели они за это? «Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Под начинаниями сердца, разумеется, различные соображения и решения, какие принимали иудеи, когда, злоумышляя на Господа, говорили: «Что сделаем? Ибо этот человек много знамений творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, придут римляне, и местом сим завладеют, и народом нашим». Иоанн 11.47. Соответственно этому замыслу и этому решению им и предоставлено было идти. Римляне взяли их город и страну, а сами они уведены были в плен. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их». Пророк оплакивает народ иудейский за то, что он не слушал Бога, давшего закон, что не ходил в путях того, кто не может заблуждаться и дает спасение, за то, что через это иудеи не позволили смирить врагов их, демонов,
и обратиться к руке Божией на притеснителей их. Бог обратил десницу свою на невидимых притеснителей и смирил незримых врагов, но не ради иудеев, потому что над ними и доселе возвышается рог демонов. Смиренно они ради нас, язычников, которые отвергли служение и уничтожили поклонение им. Вот почему Бог, гневаясь на иудеев, объявляет их своими врагами, как об этом говорится далее. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Какие враги? Те, о которых говорил Павел, враги креста Христова, конец которых погибель, Филиппийцам 3:18. Поэтому Бог выражает угрозу, что и время их, то есть время наказания их, будет продолжаться вечно. Чем же они солгали ему? Тем, что он пришел к ним, как к своим, а свои его, как говорит Иоанн, не приняли. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Пророк порицает иудеев за то, что, получив столько благодеяний, они остались неблагодарными. Чувственным он обозначает духовное, туком пшеницы называет закон, духовно обитающий в букве, почему в другом псалме и говорит: «Полагающий предел твой мир, и туком пшеницы насыщает их». И дальше объясняет, что это за тук, посылая слово свое на землю. Медом из камня называет пророков, так как они получали пророчество от Христа, который есть камень. Этим пророчеством Бог насытил иудеев, дав им не одного или двух пророков, а многих и многим поколениям.